Всем привет! Сегодня решил сделать небольшой такой тюнинг. Ну это, блин, наверное, скажут, вот дебил, дикий тюнинг, что ты творишь, так делать нельзя. Ну, хотя бы просто попытаюсь увеличить звук, как бы прямоток сделать. Ну это, конечно, будет дикий прямоток, и это будет просто писец. Но мы попробуем. Вместо родного выхлопа, как все знают, две трубы. Общая банка, глушитель, коллектор. В общем, вместо всей этой большой байды мы поставим обычную насадку, которая там ставится на брички, на жиги. Данная насадка вообще на форзе, на ЗАЗе стояла, на диком очке. По диаметру она подходит. Вот так вот мы ее поставим, заведем, послушаем, что это будет. Будет, конечно, дикий пиздец, это и так понятно. Ну, все же, как бы, интересно, что это будет. Так что сейчас мы снимем глушители. Я сразу... То есть процесс съемки, как я снимал, не буду снимать. Сразу покажу, как уже установил все. Так что и заведем, послушаем. Все, давайте. Итак, сняли мы глушитель. Прикручен он на двух болтах, на там, где лапки заднего пассажира. Затем здесь у нас такой хомут соединения с коллектором. И еще тут такой длинный болт, он находится с другой стороны. Короче, снять не так-то просто. Ну, сейчас будем ставить прямо ток. Итак, прикрутили мы наш чудо-насадку. Получился у нас якобы прямо ток. Только именно хардкорный вообще. Вот так трубы не болтаются, жестко закреплены. В принципе, ездить можно, но я думаю, это нереально будет. Потому что грохот будет капец. Сейчас поставлю камеру, попробуем завести. Ездить так нереально просто. Ну, кто хочет каких-то резких, дерзких ощущений, можно приколоться, сделать данный выхлоп. Ну, он короткий, реально короткий. Тут надо подлиннее что-то делать. Другого тут ничего и нельзя было ожидать, потому что реально выхлоп напрямую, без либо каких приглушений звука, резонаторов. Глушитель этим вообще, то есть просто тупо хардкорный вариант, но огонь вроде не летел. Да, так что вот так вот. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, новых видео, пока.